Всем привет! Не так давно я выкладывал у себя на сайте объявление о поиске интерфейсщика и к нему прилагал небольшое тестовое задание. Выполненных тестовых заданий мне практически никто не прислал, а те задания, которые были сделаны, они оставляли желать лучшего. Были выполнены на очень низком уровне. И я подумал, что, видимо, задание не такое уж и простое. Хотя, в общем, никаких ограничений не было, надо было сделать интерфейс в любом стиле, достаточно простой по функционалу. Я решил, в общем, сделать это тестовое задание сам, посмотреть, сколько на это уйдет времени и какой результат получится. В итоге, вот это вот видео, которое вы смотрите, это моя третья попытка сделать интерфейс, который меня более-менее удовлетворило. Времени было потрачено около 2 часов, и в самом начале я не ускоряю специальное время, чтобы посмотреть, в каком темпе я работал. Комментировать здесь особо нечего. Единственное, что можно сказать, что я использовал в основном инструмент карандаш и выделение. К счастью, я нашел уже интерфейсщика, но если у кого-то возникнет желание выполнить тестовое задание и получить по нему комментарий, то можете смело ко мне обращаться. Я рекомендую смотреть видео в HD качестве. Приношу свои извинения за появившуюся в начале рекламу. Она вставилась автоматически за то, что я использую определенную музыку в данном видео. Желаю всем приятного просмотра.
is win or lose. Put down the drink, try not to think, let it go. Fundamental movement below, and yo, reality is dreaming. Just below my skin, I'm screaming.